Всем привет! Сегодняшний обзор по микроавтобусу Fiat Ducato 2015 год выпуска L2H2. Это размер, вторая длина, вторая высота. Машина из Германии, в России, в Белоруссии не эксплуатировалась. Двигатель фиатовский, за что Fiat в последнее время заслуженно заработал свою популярность в плане надежности вот этих моторов 2.3, простой мотор без AdBlue, с ременной передачей ГРМ, в смысле с ременным ГРМ, который меняется раз 100 тысяч примерно, и в принципе эти моторы хлопот не доставляют, таких откровенных болячек не имеют. Это заводской легковой пассажирский вариант, 9-местный, категория B, 9 мест. Сиденья, разумеется, отстегиваются, если есть какая-то надобность перевести груз объемный и использовать машину как грузовик или грузопассажирский. Багажник как бы тоже не маленький. Вот эта опция, которую сразу я всем продемонстрировал, левая дверь пассажирская, это достаточно редкое исполнение, потому что обычно дверь только справа. Удобнее грузить грузы, пассажирам заходить, выходить, не надо просить, если кто-то хочет с левого места выйти, не надо обращаться с просьбой другим пассажирам выйти тоже. Вот здесь расположена заводская печка. Кондиционер и отопитель заводской. Печка на заднюю часть салона тоже имеется. Вот такое состояние внешнее. Очень-очень хорошее. Сеточки. Цвет металлик тоже. Кстати, у нас в основном белые были. Серебро цвет очень-очень симпатичный. Из опций есть камера заднего вида. Она вот здесь в стоп-сигнале расположена. По резине зимняя Кумхо в отличном состоянии, практически новая. Это Fiat Ducato Maxi. Почему Maxi? Потому что колеса 16-е, и вот эти накладки говорят о том, что сама модель мультиджет называется, да, Maxi, по-моему, грузовой, здесь мультиджет. 16-е колеса и увеличенная грузоподъемность. Это у него полная масса 3500. Соответственно, они есть еще на 15-х колесах, по-моему. Вот такая полочка для хранения, дефлекторы, кондиционер, отопления. Вот здесь как раз управляется холодным горячим воздухом для задней части салона. Передняя часть выглядит вот так. Сейчас переместимся, посмотрим, как она выглядит. Передняя резина тоже такая же. Вот есть такие мелкие повреждения, царапины. Вот это крыло перекрашивалось, заменено целиком и перекрашено. На капоте тоже есть какие-то мелкие сколы. Разумеется, не без этого. Лобовое с одним вон там маленьким скольчиком по центру. Год 2005. Не знаю, оригинал, не оригинал. 2005-2015, да. По опциям подъемники электрические, зеркала электрические, сиденья, регулировка по высоте, руль тоже выдвигается вперед-назад. На руле управление магнитолой и голосовыми вызовами. Есть же также вот голосовое управление каким-то меню магнитола, то есть можно какие-то функции вызывать с помощью голосового меню. Разумеется, телефон Bluetooth можно подключить, разговаривать, не держа телефон в руках. Кондиционер, климата нету, магнитола большая, фиатовская, оригинальная. Ну и там же отображается задний ход. Камера заднего вида, то есть очень удобно в большом бузе, да, бусе, когда отображается
ошибок никаких не горит, кроме... Так, моргает свеча. Вроде бы не было. Сейчас забрали с мойки. Возможно, последствия мойки мотора. Да, вроде бы не было. Ну и горит датчик давления в шинах. Надо посмотреть. Ну, если моргает свеча, значит, какая-то свеча накала неисправная. Это недорогостоящий ремонт, скажем. Так, что еще по опции? Ну, такие полочки, подстаканники, розетки 12 вольт. Вторая подушка безопасности пассажира. Что еще? Посмотрим, что под капотом, как работает мотор. Вентилятор включается, потому что кондиционер работает. Мотор работает идеально, без посторонних каких-либо шумов. Пары. Вот выпуска уже не видно. Ну, перед машиной весь родной, ничего не делать, не красивать. Ссылку на объявление разместим в описании к этому ролику. Вопросы можно задавать в комментариях, с удовольствием ответим. Всем пока.